коллектив встретил очень дружелюбно, очень тепло, очень хорошо все по-доброму относились, очень профессионально в плане работы, то есть очень много подсказывали, помогали, так как новый артист еще неопытный, плюс я не знал даже каких-то элементарных акустических возможностей этого зала и большой сцены. И так как нас готовили на огромную сцену, а здесь камерные такие площадки, у меня был момент, когда мне в спектакле говорили: чуть потише, чуть потише, чуть потише. Потому что слишком посыл был слишком сильный, рассчитанный на огромную там сцену с 1500-ным зрительным залом. Вот. То есть какие-то советы постоянно, такие добрые, полезные, профессиональные. Но в этот момент начинается самое интересное, потому что в этот момент включается вся актерская природа и какой-то начинается вот этот момент импровизации. Ну, например, бывают всякие элементарные технические моменты. Например, был спектакль, когда отключилось питание у звуковиков и выключилась музыка. И вот было весело. Ну, в этот момент я, конечно, мне повезло, я находился за кулисами, наблюдал за коллегами, как они выкручивались. Но много всяких таких курьезных, интересных моментов бывает, которые... Ну, мы надеемся, что зрителям они, конечно, незаметны остаются. Так даже, ну, для меня, например, всегда неизвестным и непредсказуемым является спектакль «Бумбараш», потому что там есть такой маленький эпизод интерактива со зрителем, и там в моменте, когда мой персонаж просит зрителя передать сигарету от «Бумбараша» ко мне, и вот зрителю приходится пробежать через весь зрительный зал с одной стороны, с одного конца на другой, и ты каждый раз не знаешь, как отреагирует зритель на эту просьбу. Иногда кто-то там прям рьяно бежит, чтобы перенести эту сигарету, а иногда кто-то там тушуется и не знает, потому что там это связано с выходом на сцену, и каждый всегда по-разному реагирует на этот момент, что надо же себя преодолеть, надо выйти на сцену, в этот свет попасть, когда на тебя со всех сторон смотрят. Тоже интересный такой момент всегда наблюдать за зрителями.